Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала Дремагон. С вами снова Рожа, Жара, в смысле Рука и... Рожа. Рожа, Жара. Вот. И сегодня такой маленький микровыпуск, ну, во-первых, для того, чтобы отчитаться, а во-вторых, ну, во-вторых, потому что просто захотелось. Поехали. Уйдите. Иди отсюда. Это называется, как крысы маме помогают клетку собирать, в которую поедет Пася в Киев. Да? Вот, помощницы пришли. Вот, обязательно помочь надо, да. Девочки, идите погулять. Идите в баню. Идите нахрен. Ну ты-то вообще помощница белая, просто красава. Сейчас она тебе снять поможет. Снять мне поможешь, да? Обязательно поможет мне снять. Опять помойка в кадр попала. Так. Иди помогай маме. В этом сраке. Ты на крысу поставила. Земля держится на трех этажах, да? Да, у нас на одной крысе. Найди Пасюка. Теперь найди того, ту, кто поедет. Нет, это не поедет. Ты руку поставь, она сама выйдет. Вот кто это выйдет, нет. Кто выйдет, а... Вот это выйдет. Но это она да. Не едет. Она прыгает. Сейчас главное, на что мы нас вон тебя не прыгнули, так это по Пасюкам. Мамальчик. Это мамальчик. Слушай, куда мне их девать? Я же их не понимаю, кого я вытаскиваю, кого я не вытаскиваю. Это мамальчик тоже, да? Это тоже мамальчик. Господи, такие тёплые. Это Шешерик. Шерри, уйди нафиг. Девочка. Ну так вот она и есть. Вот она и есть. Шерри пошла к Пасюкам. Будю. Все, нафиг. Все, мать напугала Пасюков до полусмерти этим щелканьем. Подожди. Ну что, ладно. Подожди, одна же едет. Я забыла, что у нас салфеток нет. Все, сныкалась? Дитя. Тёп. Дитя сныкалось, вон там фост торчит. Сейчас. Уже не торчит. Нету фоста. Вон, вот так вот будет видно. Ой! Сейчас Пасюка вообще перепугает до полусмерти. Вот где-то там фост. Я не знаю, я не вижу, может быть, вы увидите. Но фост там точно есть. Шеречка, любопытный ты. Ну вон он, фост, что ты не видишь, он червяк такой лежит. Это фост. Вот этот фост, это не просто так фост. Это кисин-фост. Пасючий фост. Да, это не червяк. Так, девочки, идите, я ну вот, мы, честно говоря, дико волнуемся. Точнее, волнуется больше супруга. Потому что до Киева ехать 13 часов. Это специально, кстати, пасючая переноска. Непрогрызаемая. Непрогрызаемая, да. Она будет поставлена в коробочку, на дно которой постелена пеленка. Пеленка. А, мне под мышку полезли опять. Вот. Оставь. Молодцы. Так, ребенка и не продует. И так, стоп. Продует? Рано. Нет, ну нужно же обезопасить от побегов. И закрыли вот на этот, на карабинчик. Да я не думаю, что она прям откроет, она еще маленькая. Хотя с их мозгами, блин, она додумается. Жить захочешь, не так раскалечишься. Вот так вот. Вот так, все. Ну, пока-пока. И что хотел бы добавить в конце. Пасючка уехала. Мы очень надеемся, что она доедет нормально. Ехать ей 13 часов. Все, что нужно, ей положили. Все, что нужно, я сказал проводнице. Ну, она, в принципе, и так знает, Шерри, ты что крыса, надо. Шерри, ты крыса, а не лошадь. Лошадь тут бегает, да. Вот лошадь-крыса. Осталось еще, в принципе, немало пасюков. Крыса меня жрет. Вот. Я надеюсь, что они тоже найдут себе хозяев. И все будет прекрасно. С вами был Рос. Рука не поднимается. Всем пока. Блин. Я не буду, 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 я не бу
Спасибо.